Как проголосовать на выборах президента России студентам, учащимся не по месту регистрации? Теперь любой студент может легко проголосовать в том городе, где он учится на момент проведения выборов. Нужно только подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Голосовать легко.